Привет! Я Надежда Смирнова. Я Антон Бабич. И ты смотришь БУМ! Часто мы встречаем группы, основанные сестрами или братьями. И эта группа не исключение. Канадская группа Tegan & Sara была основана в далеком 95-м, а в 99-м вышел их первый альбом под названием Other Feet Like Ours. Он был весьма успешен, и уже в 2000-м девушки начинают активно гастролировать. В последующие 15 лет они выпускают еще 7 альбомов. Изначально эта группа была дуэтом, но позже в ней появились еще участники – интересные и неподражаемые They Might Be Giants – альтернативная американская группа, образованная в 1982 году и отличавшаяся своим неординарным звучанием и интересными композициями. Кроме того, группа была весьма известна в детских музыкальных жанрах и даже записала несколько детских тем для передач и фильмов. За 22 года работы они выпустили 16 альбомов и более 7 синглов. Они имеют множество поклонников, и их число растет с каждым днем. Band of Skulls – британская рок-группа, образованная в 2004 году. Они успешно смешивают блюз и альтернативу, получая интересное звучание. Участники группы познакомились в колледже и обнаружили, что среди них есть 3 композитора и 2 певца, что открыло перед их группой большие возможности. Так они активно начали работать над репертуаром и выступать на различных площадках на территории Европы. Дебютный альбом они выпустили лишь в 2009 году, эксклюзивно для iTunes. Следующий альбом вышел уже в 2010, а затем еще 2. Релиз последнего альбома состоялся 28 марта этого года. Не упусти шанс, послушай, ты не пожалеешь. Мы продолжаем тебе рассказывать об интереснейших проектах и показывать, насколько безгранична фантазия людей. И первый проект, о котором мы тебе сегодня поведаем, называется «Сладость» от Мишек Габа. Он создал сахарный мегаполис, строительным материалом которого являются кубики рафинированного сахара. Главная идея – объединить людей, ведь создателями мегаполиса является не сам художник, а посетители. Из-за этого каждый сахарный мегаполис получается оригинальным и не похожим на другие. На создание одного такого города уходит не менее 500 000 кубиков. Сам проект рассчитан на 3 недели. И за это время любой желающий может придать городу свой незабываемый вид. А вот шведская художница Йоханна Мартенсон подошла к теме города и урбанизации с другой стороны. Ее проект прожил всего 1,5 года, и это неудивительно. Ее город был создан не из дерева, не из камня и даже не из сахара, а из хлеба. Йоханна создала большой город с домами и небосклонами на кухонном столе. И на протяжении 1,5 года наблюдала, что же произойдет с этим городом, если не прикладывать для его сохранения никаких усилий. Каждый день
Она делала фотографии, которые нам и рассказали, что же случилось. С каждым днем город становился все более серым, заплесневевшим, пока вовсе не рухнул. Лиза Хоуп, художница из Нью-Йорка, уверена, что люди просто недооценивают яркую упаковку и одноразовую посуду. Она создает роскошные композиции из упаковок от шоколадок, одноразовых бумажных стаканчиков и даже тарелок. Расходные материалы Лиза Хоук называет не иначе, как потерянными сокровищами. Идея создания инсталляции из мусора не нова. Она по-прежнему остается актуальной, так же, как остается актуальная проблема борьбы с мусором в 21 веке. Твори, придумывай, вдохновляй! Wow. Интересные вещи, которые придумывают многие люди, поражают постоянно. И мы продолжаем тебе рассказывать о наиболее интересных проектах в интернете. Каких только музеев мы не встречали. Сегодня мы тебя познакомим с виртуальным музеем паровозов. Экспонатами музея являются памятники паровозной эпохи. Веерное депо и единственная сохранившаяся до наших дней паровозная водокачка. В виртуальном депо стоят все знаменитые паровозы начала и середины 20 века. Главной достопримечательностью виртуального музея является легендарный паровоз «Лебедянка». Его можно рассмотреть со всех сторон на паровозном круге, заправить водой у водокачки и заглянуть в будку машиниста. Другой интересный ресурс позволяет увидеть любому желающему глобальную карту лесов. Это еще один проект Google, созданный вместе с более 40 различными организациями. Суть такова. На сайте опубликованы фотографии НАСА за 13 лет, что позволяет детально посчитать количество вырубаемой древесины на различных участках суши. Comms.ru – некоммерческое объединение художников-иллюстраторов. На сайте представлено множество разножанровых мультипликационных работ, собранных хаотично и бессистемно. Вашему вниманию предлагаются только интеллектуальные анимационные работы, выполненные в жестких стилях – готика, урбанистика, авангард, неопсиходелика и другие, а также мультипликационные фильмы ужасов с философским сюжетом. Каждая работа – это самостоятельное произведение искусства, требующее отдельного пристального внимания. Подписывайся и следи за новостями. Мы есть в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме. А для удобного серфинга в интернете пользуйся безлимитным интернетом Пульс. Wow. Англо-бельгийский биографический триллер режиссера Билла Кондона «Пятая власть». Вышла в свет кинолента в 2013 году. В главных ролях ты увидишь Бенедикта Камбербэтча и Даниэля Брюль. Фильм рассказывает нам историю о двух программистах, которые борются за правду и за честность. Они борются с системой лоббизма и подкупности. Их путь оказывается тяжел и опасен, но это не мешает им достичь поставленной цели. Был хорошо воспринят критиками, но тем не менее он захватывает с первой минуты и не отпускает до конца, а факт, что он основан на реальных событиях, еще больше привлекает внимание. Wow. Смотри только хорошие фильмы. Слушай только хорошую музыку. Пока! Пока. Wow.